В Югре завершилась первая международная медиашкола. Она прошла в Ханты-Мансийске. Прокачать свои знания приехали медийщики не только из Югры, из Макеевки, но и из Сербии. На этот раз не было определенной темы интенсива. Каждый день был посвящен разным направлениям. Новости, публичные выступления, творчество и визуал, креатив и музыка, а также сторителлинг. А мастер-классы проводили ведущие федеральных каналов Максим Шарафутдинов и Андрей Романов, представители мастерской новых медиа Евгений Клещ и Николай Крупатин, креативный продюсер ВК Кирилл Шевелев, эксперты из Сербии Йован Дражич, Баян Замурович и многие другие. Накануне с участниками медиашколы встретился временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. Он не только ответил на вопросы ребят, но и принял участие в медиапроектах, которые были придуманы во время интенсива. Мне приятно, что сегодня мы встречаемся с вами. Благодарю вас за приглашение быть участником сегодня того мероприятия, которое связано с завершением блока образовательного медиасмены, очередной медиасмены. Приятно, что здесь сегодня не только наши земляки, те, кто живут, трудятся на территории Югры, наши друзья из Сербии, которые принимают участие и в статусе наставников, и в статусе экспертов, и в статусе тех, кто получает тоже образование, навыки, которые есть у нас. Рад сегодня тоже вас видеть, познакомиться с вами. Ну, программа понравилась очень. Там было такие крутые, можно сказать, вот преподаватели, такие лекции, вот. Я была в восторге вообще. На конце был интересный преподаватель, последний день интенсива. Я встала, но я сказала, откуда я, и что очень рада. Кроме того, Руслан Кухарук поручил Департаменту внутренней политики совместно с медиахолдингом «Югра» и продюсерским центром «Красная лодка» проработать вопрос с получением образовательной лицензии для медиашколы «Югры» согласно федеральным образовательным стандартам.